К счастью, праздничные дни в Белореченске не были омрачены всплеском криминальных происшествий. Однако следующие за ними сутки стали для Белореченского отдела МВД настоящим испытанием на профессионализм. Подробности расскажем в нашей постоянной рубрике по оперативным сводкам. За прошедшую неделю в отделе МВД России по Белореченскому району было зарегистрировано 396 происшествий преступлений. 343 из них раскрыто. Было зафиксировано 10 краж чужого имущества, в том числе 3 квартирные, 4 мошенничества, 2 грабежа, а также по одному факту угрозы убийством, хищение оружия, попытки самоубийства.